ремонт стекол, сколов, все, что связано со стеклами. Ультрафиолетовая лампа сушит в щелях, в трещинах. Я вот сейчас установлю этот мост, сюда залью полимер и буду создавать давление, чтобы он внутрь трещину пролил туда из пола. Греем для того, чтобы полимер стал более жидкий и лучше пропитал трещину. Стоит особо рассказать про этот инжекторный мост. Посередине устройство, которое притягивает его к стеклу, присоска. Справа это сам непосредственно инжектор, который впрыскивает под давлением, которое создает с помощью болта, жидкость, которая заполняет трещину и делает так, что трещины больше не будет. Вот и все.